Панипат. Великое предательство. На этой земле было рождено множество воинов. В историю они вошли как победившие и пораженные. Битва при Панипате была такой битвой. Воинов, которые даже история не смогла разделить на победивших и пораженных. Третья битва при Панипате, которую я видела собственными глазами. Не побоявшись сделать смелый шаг и отправившись навстречу огню, я тоже выживала вместе с тем штормом, который должен был стереть врага с лица земли. Садашив Раупхау, мой правитель. Незадолго до битвы ситуация складывалась совсем иначе. В 1758 году по всему Индостану, вплоть до форта Аток на афганской границе, разбивался флаг империи маратхов. Если и существовал тот, кого мы не могли победить, то это был располагавшийся по соседству низамский султанат. Его столицей был форт Удгир, который и захватили маратхи. Форт Удгир – столица низамского султаната. Поджигай! Огонь! Отогнать пушки назад! Отогнать пушки! Живее! Артиллеристы! Поднять все 40 пушек на 2 дюйма вверх! Да, командир! Сколько еще нам придется ждать, Шамшер? Садашив приказал продолжать стрелять из пушек, пока он не подаст сигнал. Я ведь предупреждал его, что метод партизанской войны здесь не сработает. Но нет. Он все равно поступил по-своему. Ракхоба, я доверяю Садашиву. Тут слава Джатибе. Пусть он благословит нас. Слава богине Бхавани. Слава Бхавани. Фильм переведен и озвучен по специальному заказу Маргариты Фроловой для группы ВК Хани Хасина. Перевод и озвучка группы Хани Хасина. Михендал. Бегите, доберитесь до главного двора. А я пойду этим путем. Подай сигнал кавалерии. Мы должны как можно быстрее открыть ворота. Понял. Времени очень мало. За мной! Факел загорелся. О!
Подготовить пушки! Шамшер! Салам! Командир артиллерии Ибрагим Хангарди. Ибрагим Хан, нам тебя в тюрьму заточить или же похоронить? Ни то, ни другое. Мы должны включить его в армию пешвы. Что? Это Гарди, не забывайте. Ему нельзя доверять. Этому народу присуще предательство. Будь человек хорошим или плохим, Ракхоба, все же нельзя унижать его прилюдно. К тому же, Ракхоба, назови хоть один народ, в котором нет предателей. Мы заполучили его пушки. Зачем он? Нужен нам теперь! Без него эти пушки бесполезны. Все, что мы можем, это расплавить их и сделать подковы для лошадей. Когда ваше решение подведет вас, то будьте готовы испытать гнев Наны Сахиба. Слава империи Маратхов! Слава! Шаниварвада, Пуна, столица Маратхской империи. Я хочу пройти в сторону. Парвати, что ты делаешь? Приветствую тебя. А что, простой человек не может поприветствовать великого господина? Может, почему же? Приветствуй. Посмотри на меня. Не двигайся. Правитель. Не зови меня так. Я не твой правитель. А пока что. Боже мой, тебя ранили в бою? Просто царапина. Когда храбрый воин возвращается с поля битвы, он всегда пытается скрыть свои раны и эмоции. Но как он может скрывать это от того, кто все и так видит по его глазам? Бабушка, как вы? Судашив, я не смогла пойти к воротам. Мое здоровье уже... Все хорошо, бабушка. Я приветствую вас. Живи долго. Благословляю тебя. Проходи. Осторожно. Мы победили, бабушка. Удача на нашей стороне. Низам полностью раздавлен. Я и не сомневалась в тебе. До сих пор ты не возвращался побежденным. Пхану? Да, моя госпожа. Пригласи лекаря. Слушаюсь, госпожа. Бабушка. Твой отец всегда говорил: воин тот, кто невзгоды легко принимает. Невзирая на раны, голову высоко поднимает. Храбрость — религия его.
Ты долг ей отдать ему суждено. Победа ждет или поражение. Главное для него — это сражение. Он верно говорил. Приветствую, бабушка. Я оставлю вас. Но не уходи, не намазав мазь на рану. Ты помнишь Парвати? Она стала лекарем при дворе. Даже отца своего превзошла. Поздравляю тебя с победой, господин Бхау. Благодарю. Покажи рану. Мне начинать? Да. Ты? Еще и лекарь? А что? Разве девушка не может стать лекарем? Закон есть неписанный. Нет, конечно, может стать. Но в нашу последнюю встречу ты ведь не была им. Последний раз мы виделись 2 года. 3 месяца и 18 дней назад. Помнишь? Поторопись, он еще должен пойти во дворец бога Ганеши. Да, сейчас, бабушка. Закончила? Да. Господин Бхау, вы должны приходить ко мне 2 раза в день, чтобы рана затянулась. Правда? Бхану! После захвата Низамского форта в Удгире со стороны юга возвратились наши бравые и непобежденные воины, истинные сыны своих отцов, гордость маратхов, честь всех пешв и победители битвы. Слава Маратхской империи! Слава! Брат Пешвы, его величество Рагхунат Храу, показавший себя храбрым воином на поле боя, приветствует нашего Пешву. Брат. Вторая честь поприветствовать выпала кузену Пешвы, сыну Баджирау и Мастани, его величеству Шамшеру Бахадуру. Следующим Пешву приветствует его кузен, показавший отличную тактику во время сражения, его величество Садаши Фрау Пхао. Вы алмаз на моей короне. Дядя, это вам. Вишвас? Мой Пешва, позвольте представить вам командира Низамской артиллерии. Лучшего их воина, Ибрагима Хана Гарди. Отныне он будет служить пешвам. Господин, я 30 лет служил Низаму и никогда не покидал его. Но так как Низам Шахи уже мертв, то я, Ибрагим Хан Гарди, клянусь служить верой и правдой всему султанату Пешв. И они смогли сделать то, что ни одному Пешве не было под силу. Освобождение от юга было несбыточной мечтой нашего любимого Чатрапати Шиваджи Махараджа. Но сегодня, спустя целых 80 лет с его смерти, мы поставили Низама на колени. Отец, разве это не повод устроить празднование? Мы,
стали полноценными правителями Индостана. Без сомнений, надо отпраздновать это. Пригласите всех наших главнокомандующих и генералов за пределами Пуны. Из Бундалкханда, Сардар Говинд Пан Бунделе. Сардар Балвант Рау Мехиндал. Из Гвалиора, Сардар Джаканджи Шинде. И Сардар Датаджи Шинде. Из Индаура, Сардар Малхар Рау Холкар. जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे हम वो योद्धा वो निडर हम जो भी दिशा में जाए सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीश नवाए रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए हम है जियाले को हम रण में उतरते हैं हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे जो रक्त है तन में बहता वो हमसे है ये कहता सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे हमने बोई और ये फल पाया दूर तक अब है फैली अपनी ही छाया ओ, जीवन जो रणभूमि में करता है तांडव आज उसी ने है विजय का नगाड़ा बजाया अपनी है जो गाथा अब है समय सुनाता सबको है ये बताता कैसे सुख हमने बांटा रे युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे वो योद्धा वो निडर हम जो भी दिशा में जाए
सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए हम हैं जिया ले जीतने को हम रण में उतरते हैं हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे बोल उठाए जग सारा जय मर्द मराठा रे जो रक्त है तन में बहता वो हमसे है ये कहता सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है काटा रे युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा Пешве на Несахибу в качестве дара предоставляется королевский меч. Оставь нас. Да, госпожа? Почему? Во время Шастр-пуджи вы взяли и отдали свой меч Садашиву. Зачем надо было так делать? Почему вы возвышаете статус Садашива? Потому что именно он убил Низама Шахи. Чем ты так обеспокоена? Он начал считать себя пешвой. Без одобрения Ракхобы привез из Удгира того мусульманина-генерала. Этот мусульманин является лучшим артиллеристом во всем Индостане. В армии Чатрапати Шиваджи Махараджа тоже были мусульмане. Правитель, вы не понимаете всей сути. Сегодня Садашива ослушался Ракхобу, а завтра может ослушаться и вас. Это ты не понимаешь сути. Каждый свой шаг Садашив вступает в интересах Маратской империи. Не дай бог с вами что-то случится, и он тут же станет пешвой якобы в интересах Маратской империи. Что тогда будет с нашим Вишвасом? Раньше только Ракхоба был моей головной болью, а теперь и Садашив. Я полностью уверен в его верности. Он души не чает в твоем сыне. Вишвас тоже очень любит его. Он всего лишь ребенок. Я удивляюсь вашей наивности. Чего вы хотите? Что мне сделать? Это я у вас спрашиваю. Вы у нас пешва или я? Большое количество войн прилично разорило казну нашей империи. Да, это правда. Вы ведь очень умный. Плюс ко всему надежный и способный работать с людьми. Только вам это под силу. А что нужно сделать, скажите, правитель? Я назначаю вас министром финансов. Министром финансов? А кто будет вместо меня? Хорошая мысль, правитель. Тогда Садашива останется здесь, в Пуне. К тому же для защиты столицы тоже нужны воины. Но ведь есть Ракхоба. Лучше два, чем один. Гуноджи ознакомит вас со всей информацией. Если вы уже приняли решение, мой правитель, то я смиренно соглашусь с ним. Замечательно. Я смогу научиться у вас искусству войны. В обмен я научу вас 1500 позам Сурьи Намаскара. Спасибо.
Я сейчас. Боже мой, спустя 7 ступенек я наконец добралась до тебя. Слышала, ты стал министром финансов? Замечательно. Сердце подсказывает мне, что ты хорошо справишься. По правде, моя душа теперь спокойна. Как ни спрошу, ты воюешь. А сейчас я буду уверена, что ты здесь. В народе говорят, никому не разлучить воина с его мечом. Кто знает это лучше меня? Ты чего-то добиваешься от меня, прекрати это. Можешь сколько угодно соблазнять меня своими сладкими речами. Но я не буду ни на ком жениться, почему не понимаешь? А чего понимать? Разве это не в твоих руках? Я прошла через искупление. Целых 108 дней постилась ради богини Камешвы, не знал? Я больше не отпущу тебя. Вот увидишь. Ты станешь моим. Недалек тот день. Дай взглянуть. Рана уже затягивается. Тебе всегда нужна рана, чтобы увидеться со мной. Хватит говорить глупости, прекрати. Парвати! 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 Это Парвати. С Адашивом? Похоже, простой лекарь при дворе мечтает стать королевой Пешвы. Вот как? Я не дам этому случиться. Сколько налогов стекаются в казну империи? Империи, расположенные под нами, платят четверть своего дохода. Но на севере есть и такие, кто каждый день придумывает новые отговорки и ни монетки не платят. Отправьте им указ в знак последнего предупреждения. Я сам его подпишу. Один из должников переживает не лучшие времена, правитель. У него самый большой долг. Кто это? Наджипут Даула. Лидер армии моголов. Да, но он сейчас живет в Дуабе. Между Гангом и Ямуной, в форте Рахилабад. Несмотря на бесчисленные указы, он все равно отказывается платить. Уклоняется. Мы пытались договориться мирно. Теперь пора применить силу. Вы ведь здесь. Как примените силу? Мы можем отправить Датаджи Шинде. Он наш лучший генерал на севере. Датаджи точно преподаст урок Наджибу. Еще один указ подготовьте. И для моголов. Да, господин. Красный форт, Дели, столица могольского султаната. Согласно этому Ахмадийскому договору, если могольский султанат хочет быть под защитой маратхов от нападения захватчиков, то вам придется заплатить четверть вашего дохода, которого у вас еще нет. Договор будет соблюден с честью. Мой правитель, не нужно бояться этих маратхов. Только прикажите, и я... Погоди, Наджиб, не будь таким нетерпеливым. Указ не прочитан до конца. Из-за полного неповиновения Наджиба Уддаулы он будет изгнан из могольского двора и лишен поста военного начальника. Подпись Садашив Раубхау Пешва.
Всем уйти. На джипу Даула. Мой правитель. Эти маратхи посмели изгнать меня. Что я мог поделать? В итоге мы все равно нуждаемся в их помощи. Но это ведь не значит, что они могут помыкать нами, как хотят. Их помощь развязывает руки Имаду. Видя, как они позволяют себе такое отношение, я не нахожу себе места. Ведь они ведают о том, что в ваших жилах течет королевская кровь. Я и жив до сих пор благодаря этой королевской крови. Ваше высочество, надо наказать этого Имада. И кто же его накажет? Маратхи исправно поддерживают его. На этой земле нет никого, кто мог бы выйти против них. Есть один, мой король. Есть тот, у кого вы можете попросить помощи. Разве есть такой человек? Ахмад Шах Абдали. Абдали? Да, ваша светлость. Только так мы сможем преподать урок этим маратхам. В чем дело? Тебе еще 5 раз осталось. 1, 2, 3, 4, 5. Дядя, вот увидите. Однажды я стану воином, как вы. Какой толк? Вместо мечты о мече, лучше бы научился счету из книг. Бхао, мы ведь никогда не знаем, когда нас заберут на сражение. Будь моя воля, никогда не забрали бы. Да, невестка. Приветствую. Можно кое-что спросить? Все, что угодно, кроме свадьбы. Вам не спастись от Михрам Садашив. Даже мне пришлось уступить ей. Она хорошая. Женитесь на ней. Жениться? На ком? Вот как. Не прикидывайтесь глупым. На Парвати, конечно. Садашив, Михрам права. Вы недавно вернулись с войны. У вас есть время. У меня нет времени на себя. Все мое внимание только на работе. Господин Пхау, неважно, ручкой вы орудуете или мечом, работа остается работой. Гармония с жизнью достигается лишь тогда, когда возвращаетесь домой. Господин Пхао входит в комнату лекарей. Хану. Где Парвати? Решили вспомнить о ней? Поясни. Она уехала. Уехала? Можешь сказать, куда? К себе домой, в Пен, Конкан. Конкан? Зачем? Почему? Почему бы вам самому у нее не спросить? Скажите вот что. Вы у нас такой храбрый на поле битвы. Но в делах сердечных вы полный тюфяк. Она отказалась встречаться с вами. А!
Передай это ей. Скажи, что я поранился. Вы, воины, такой странный народ, пускаете стрелы мимо, когда цель впереди. Это очень странно. Ступай. Живее, Пхану. Вы сами это сделали? Вы? Ты никогда ко мне так не обращалась. Значит, ты очень зла на меня? Я сделал это, чтобы увидеть тебя. У меня не было выбора. Разве ты не выполнишь свой долг? Как полагается лекарю? Дай повязку. В тот день я не должен был повышать на тебя голос. Прости меня. Зачем нужно было уезжать без предупреждения? Я не по своей воле уехала. Мне приказали. Кто приказал? Гопика Бай. Гопика Бай? Знаешь, когда мне было 11, мой отец впервые повез меня смотреть на Шинивар-Ваду. Там я и увидела тебя. Я не знала, кто ты, какого происхождения. Я тогда просто влюбилась в тебя. Только потом я узнала, что ты пешва. Но для меня ты всегда был Садашивом. Сегодня я поняла, насколько важен статус в обществе. Статус? Да. Гопику Бай мучил лишь один вопрос. Как такой простой девушке вроде меня было дозволено жить в Шинивар-Ваде? И вдруг я осознала. Ты ведь тоже избегал меня по этой причине. Нет. Не лги. Мог бы и сказать. Парвати, ты ошибаешься. Я тоже люблю тебя так же сильно, как и... Тогда почему? А? Семья воина всегда живет в неопределенности. Кто знает это лучше меня? Мне не доводилось проводить время со своим отцом. Он всегда пропадал в сражениях. Погиб еще тогда, когда я был очень мал. Я ведь тоже воин. И я не желаю, чтобы моя жена, мой ребенок тоже проходили через это. Как ты можешь всю свою жизнь жить в сплошном страхе? Ты – мое настоящее. А что настоящее для тебя? Поняла. Я ухожу. Парвати. Мое прошлое. Мое настоящее. И все. Мое будущее. Это только ты. Не лжешь? Не лгу. Кандагарский форт, столица афганского султаната. Шахин-шах Афганистана, правитель всех правителей. Принятое вами решение снова оказалось верным. Теперь, когда мы уничтожили повстанцев, никто больше не осмелится восстать против нас.
Несмотря ни на что, нам крайне важно не терять бдительность. Шахиншах Афганистана. Прибыли новости из Индостана. Султан До-Аба, брат Наджиба Уд-Даулы. Сулейман Уд-Даула просит встречи с вами. Не подходите! Муртуза, мы ведь росли с тобой вместе, игрались. А сейчас убить меня захотел? За что? За что? Шахинша! Простите его. Ахмад, прошу. Он наш брат, в конце концов. Согласен, Сарфарас. Но разве Муртуза не подумал об этом? Перед тем, как напасть на меня. Ахмад, прости меня. Ты даже не знаешь, что павлиний трон и алмаз Кахинур достаются с большим трудом. Они не падают с неба. Надир-Шах попытался отобрать алмаз. Но Всевышний отобрал у него жизнь. Я с таким трудом получил его от Надира. Но тебе я отдам его просто так. Чего ты хочешь? Кахинур? А? Я дам тебе твой Кахинур. Нет. Нет, Ахмад, не надо. Шахиншаху Афганистана, слава! Шахиншаху Афганистана, слава! Шахиншаху Афганистана, слава! Ведите его наружу. Мне нужен свежий воздух. Император, совсем недавно маратхи завоевали Атток. А что, если они нацелятся на Кандагар? Правитель Дели и все короли Индостана очень надеются на то, что вы и дня не будете терять. Придите, освободите нас. Став истинным королем, возьмите все, что по праву принадлежит вам. Ваш покорный слуга Наджиб Уд-Даула. Прекрасные новости, властитель. Завоевание Дели подарит нам отличные возможности. Не предавайся радости так быстро. Этот Наджиб хочет, чтобы мы бились в его войне. Чтобы все необходимые расходы возлегли на нас. А он будет сидеть и с удовольствием пожинать плоды нашего с вами труда. А затем и сам захочет занять трон. Он еще тот подлец. Господин. Я не думаю, что он осмелится так поступить с вами. Есть предположение о том, что персы попытаются захватить наш султанат. Не только ваши двоюродные братья метят на трон. Вы сами убедились в этом. Если вы станете правителем Индостана, то границы султаната дойдут до самой Бенгалии.
И тогда ни один перс даже не подумает повторно бросить нам вызов. Наша казна пустеет. Можете не волноваться об этом, Ахмат. Я позабочусь о ней. Настала пора завоевать Дели. Покорим Индостан. सच है कि जादू है या जाने क्या है बहता समय एक पल को यही थम गया है लगता है था लिखा तू है मेरे लिए और मुझे Ни одна кошка так быстро не может взобраться высоко. Поздравляю! Брат,
Что стряслось? Датаджи Шинде покинул нас. Датаджи? Как? Наджиб Удаула. Он поехал собрать дань у Наджиба. А он взял и убил его за это. Это ведь ты зарекся, что отрубишь мне голову. Ну что ж, отрубай. Вот моя голова. Ты ее уже давным-давно сложил у ног Абдали. И что ты намерен делать? Продолжить биться? Буду жить. Буду и дальше биться. Наджиб! Откуда у него взялось столько смелости? Так дерзко убить маратского сардара. Потому что он вступил в союз с Ахмадом Шахом Абдали. Ахмадом Шахом Абдали? Немедленно созови всех генералов и придворных во дворец бога Ганеши. Убийство Датаджи – это прямое нападение на империю маратхов. Вторжение Абдали повлечет за собой захват всего Индостана. В этот раз он прибудет со 100-тысячной армией. В прошлый раз была настолько кровопролитная война, что Ямуна на 7 дней окрасилась в багровый цвет. На этот раз мы должны остановить его. Правитель Абдали едет за Красным фортом, а не за Шанивар-Вадой. Зачем так далеко отправляться на север, чтобы сражаться в его войне? Затем, что Дели недостаточно силен, чтобы обороняться от него. Только не забывайте, что мы обещали. Защищать его от нападений захватчиков в обмен на уплату налогов. Настала пора выполнить это обещание. Мы не можем отступать. Но господин Пхау, правитель, хочу напомнить вам, что мы уже сражались в своей войне. Солдаты настолько истощены, что даже снаряжение поднять не могут. Разве можно обременять их еще одной войной? Вы, конечно, правы. Но у нас нет выбора. Он прибудет со 100-тысячной армией. Лингоджи, если кто-то нападет на ваш дом, то вы первым делом врагов посчитаете? Или же со всем мужеством дадите отпор? Ответьте. Мы ждем. Я солидарен с Адашивом. Мы должны отправить туда свою армию. Так и быть. На этот раз Ракхоба поведет армию. Как прикажете, правитель. Наши лошади пересекали Индас и Кавери. Ямуна для них не проблема. Мне нужен 1 крор золотом и армия 80 тысяч солдат. Но Ракхоба... В казне пешвы нет таких средств. Придется довольствоваться тем, что есть. Да, но в таком случае... Чем? По сей день занимался министр финансов. Ракхоба, хоть вы и завоевали Атокский форт, но все же вернулись с долгами. Я был занят их возвращением. Наши враги должны остаться ни с чем. А наша империя должна стать самой богатой в Индостане. Но сейчас все наоборот. Он верно говорит, Ракхоба. Господин Ракхоба, что касается солдат, они здесь тоже нужны. Во имя спасения Дели мы не можем рисковать Пуной. Поэтому вы получите армию лишь в 40 тысяч солдат. 40 тысяч? Всего-то? Это ведь немало, Ракхоба. Что вы знаете? Что вам известно о Севере? Победа в сражении в Удгире дала повод считать, что вы хорошо осведомлены о войне? Дели, вам не детские игры, Садашив Пхау. Ваш меч уже заржавел. А с пером казначея вам точно не одолеть Абдали. Всучите мне меч в руки, и тогда поглядим. Вот как?
Без золота. И 40-тысячной армии. Вам это под силу? Правитель. Только прикажите. И я сам поведу туда войско с теми же ресурсами. Как ты вздумал одолеть их с ничтожным количеством золота и крошечной армии? Путь будет долгим, правитель. Мне понадобится помощь таких северных кланов, как Холкар, Шинде и Бундели. С их поддержкой я буду искать союзников. В лице тех королевств, которые будут попадаться на нашем пути. Сможешь убедить их? Да, без сомнений. Они ведь всегда были нашими союзниками. А когда мы предстанем перед Абдали, то он, завидев превосходящую в количестве индийскую армию, пустится в бега. А что, если он никуда не побежит? Тогда мы сломаем ему ноги. Я принял решение. Садашив Раубхау поведет войско Пешвы. По воле Всевышнего, флаг маратхов будет развиваться на самой вершине. Аттокский форт снова стал частью Дуранийской империи. Шахиншах Афганистана, славься! Шахиншах Афганистана, славься! Шахиншах Афганистана, славься! Сколько у нас путков? 20 000. А сколько копьев? 5 000. Мало. Надо сделать еще 10 000. Да, господин. Сюда прибыла Парвати Бай. Зачем пожаловала сюда? Что ты здесь делаешь? Мы хотели проверить исправность вашего оружия и доспехов. Причина точно не в этом. Правитель, оставьте нас. Да, госпожа. Дай я сама надену. Я тоже отправлюсь в поход. Зачем? Я ведь лекарь. В поездке понадобится моя помощь. Буду лечить больных и исцелять раненых в бою. Дай руку. Да, ты права. Это поход. Но с рисками, присущими войне. Я не могу взять с собой членов семьи. Разве как министр финансов? Ты не знаешь разницы между активами и обязательствами? Я вам еще как пригожусь. Парвати, этот поход будет усеян сложностями. Тогда возьми меня в качестве щита от них. В хорошие времена буду рядом, а в трудные защищать от них. Мы будем ночевать в палатках. Мне куда лучше засыпать в палатках, нежели под упреки Гопики Бай. Правитель, я хочу быть рядом с тобой. Какие бы трудности ни возникли, я хочу вместе противостоять им. И? Ничего. Договаривай свое «и». Когда Пешва отправляется в поход один, он всегда возвращается с новой королевой. Значит, вот в чем причина. Если дело в этом, то поехали со мной. Буду очень рад. Но, Парвати Бай, я скажу тебе одно. Ты. И только ты будешь в моей жизни. Всегда. Правитель, позвольте сказать. Да, слушаю.
Как долго Вишвасу оставаться в детях? Он ведь должен обучаться искусству быть пешвой. Твои предложения. Уверена, Садашива одолеет Абдали. Затем он нацелится на Дели и станет правителем всего Индостана. Я лишь пытаюсь уговорить вас сделать нашего единственного сына главнокомандующим той армии, которую поведет за собой Садашив. Только так он сможет занять трон правителя Дели. Только подумайте немного. Шахин-Шах Индостана. Его высочество Вишвас Рау Пешва. Вишвас? Мы говорим о Дели и Абдали. Последствия могут быть серьезными. Да, но это станет прекрасной возможностью для его будущего становления пешвой. Брат. Невестка. Я понимаю вашу заботу. Будьте уверены. У меня нет намерения занять трон. Я возьму Вишваса с собой. Поклянись мне, что ты позаботишься о нем. Клянусь своей жизнью. В этот раз преподай Абдали такой урок, чтобы он больше не осмелился даже взглянуть в сторону Индостана. Благословляю тебя вернуться с победой. Да хранит вас Бог. Да хранит вас Бог. Едем в Дели! Хара-хара! Махадев! Прибыли афганцы. Принеси добычу. Да, господин. Афганистана. Приветствую вас. Мое сердце запрыгло от радости при виде вас. Не только я, но и эта земля со всем ее народом с нетерпением ждали встречи с вами. Надеюсь, ваше путешествие прошло легко. Пересечь целых 5 рек вовсе нелегко. Но всю усталость как рукой снимает, когда видишь сладкие дары плодородной индийской земли. Вот добыча от победы над Датаджи Шинде. Шинде и Холкер последние 2 поколения служили колесами маратхской колесницы. Убив Датаджи, я сломал одно колесо. Колесница так долго не продержится, Шахин-Шах. Прекрасно.
У меня плохая новость для вас. И какая же? Погиб падишах великих моголов, Алмгир II. Как это случилось? Его визирь, Имат-уль-Мульк, перехватил письмо, написанное вам падишахом. Идемте, падишах. Господин Пир скоро закончит молитву. Располагайтесь пока. Простите меня, мой падишах. Кто занял его трон? Имат короновал еще одну марионетку. Шах Джахана III. Но, услышав весть о вашем прибытии, он сбежал. Придется Имаду преподать урок. Я уже послал своих генералов на его поиски. Он не сможет долго скрываться. Не трать время зря. Надо нацелиться на Дели. Я хочу захватить трон, разграбить казну и вернуться в Кандагар. До наступления муссонов. У меня есть просьба. Маратхи не будут сидеть молча. Садашив покидает Пуну, чтобы отомстить за смерть Датаджи. Хочет остановить нас. Садашив? А кто он? Двоюродный брат Пешвы. Он нападет на Дуаб. Затем на мой Рахилабадский форт, который достался вам с таким трудом. Только вы сможете его остановить. Дуаб? Рахилабад? Но ты ведь сказал, что сейчас важно нацелиться на Дели. Не волнуйтесь. Дели я поручил нескольким своим генералам. Город уже ваш. Нам лишь надо остановить врагов. Попытайтесь понять, Шахиншах. Только маратхи могут встать между вами и вашим заветным троном. Если хоть раз одолеем их, то не только Дели, но и весь Индостан станет вашим. Наджиб, если твоя стратегия хоть раз подведет нас, то считай, что тебе конец. О чем? О чем вы говорите, Шахиншах? Вы ведь мой правитель. Я лишь желаю служить вам. Насколько велика армия маратхов? Держи это. В хану, отнеси все лекарства в палатку. Эти вещи тоже туда отнеси. Да, Парватибай. Давайте, торопитесь. Что все это? Ты всю Шанибарваду сюда привезла? Что? Ты здесь, чтобы облегчить мои тяготы? Или наоборот, все усложнить? Эти вещи пригодятся нам, правитель. Да, но мы здесь всего на одну ночь. Пока будем разбирать все это, настанет утро. Нам придется отправиться в путь. Ты просто удивительная. У нас ведь долгий... Я предупреждал тебя, что наш путь будет долгим, что не выдержишь его. Но ты все равно заупрямилась. Сколько баулов захватила? Прекрасно. Куда положить? Мне на голову. Положи туда. Да, госпожа. Браво!
Как все красиво украшено. Парвати. Парвати. Не подходи. Почему? Ты ведь так отчитал меня, господин Пхау. Парвати, я всего лишь... Оставайся там. Не приближайся. Вот как? Я покажу тебе. Показывай. Разреши сказать. Сегодня я впервые понял, что значит дом на самом деле. Прости, Парвати Бай. Виноват. Я ведь еще не опытен в браке. Прощаю. Больше так не делай. Как только мы отправились на север, маратхские трубы неустанно распространяли всем весть о нашем походе. Те короли, до которых она доходила, начали присоединяться к войску его высочества Вишваса Рау Пишвы. Не только вы об этом мечтаете, но и мы тоже. Наша поддержка с вами. Благодарим, король Карамбир. Весьма польщены. И мы тоже хотим присоединиться к вашему походу. Рады слышать это. Благодарю. Месяц спустя, после того, как позади оказались джунгли и горы, и такие великие реки, как Чамбал и Нармада, мы добрались до Тхалпура, где нас ожидали наши маратхские генералы. Добро пожаловать! Пешвин Парвати Бай, Пешвин Радхика Бай и Пешвин Михрам Бай. Невестка. Я плечом к плечу сражался с отцами этих трех бравых мужчин. Господин Пхау, расскажите мне о своем плане. Величайшие армии на севере принадлежат королям. Таким как Мадха Сингх и Биджай Сингх. По 5000 воинов. Король Сураджмал – 10 тысяч. Арадак Сингх – 5 тысяч. Урикиганг Наваб Шуджау Даула – 20 тысяч воинов. Нам лишь остается убедить их. Что касается Шуджау Даулы, я попрошу генерала Говинда Панта отправиться к нему и договориться о поддержке. Дворец Наваба Шуджау Даулы – Аватх. Господин Наваб, у меня срочное послание от пешвы Садашива Рао Пхау. Я знаю, о чем оно. Послушайте, Говинд Панджи, я не хочу обрести смерть под двумя горами. Я еще не закончил. После поражения Абдали, Садашив Пхау хочет сделать вас визирем Дели. А Садашив может письменно заверить меня об этом. Правителю нужна ваша помощь. Ради вашего довольства вы получите письменное заверение. Тогда мое оружие к вашим услугам. Шуджа точно поддержит нас. Но вот Сураджмал. Вы ведь в хороших отношениях с ним. Я думал, вы сами приведете его. Я пытался, но он не согласился. Тогда ему надо отправить послание о встрече с нами. Нет, он ведь король.
Я лично с ним встречусь. Простите, Пешва, но вы каждые 2 месяца присылаете указ с требованием уплатить налог. Король Сурадж, я готов простить вам все ваши долги. Сейчас настала пора забыть о конфликтах и объединить наши силы. Я согласен с вами. Я тоже верю в единство. Мы всегда хотели только мира со всеми пешвами. Вот почему мы приютили у себя вашего визиря. Визиря? Имад-уль-Мульк здесь? Да, пригласите сюда визиря. Удивительно. Он пришел сюда, но даже не сообщил нам. Проходите, уважаемый визирь. Имад-уль-Мульк, как ты посмел убить падишаха? Правитель, Алам-Гир представлял опасность для маратхов. Неважно. Кто ты такой, чтобы убивать его? Кто наделил тебя властью? Точно не пешвы. Спросите, ради кого я это сделал? Ради пешвы. Ложь! При первой же опасности ты сбежал из Дели. Тоже ради пешв. Взять его. Подождите. Господин Пхао, он сейчас под моей защитой. Господин Пхао, прошу вас учесть сложную политическую ситуацию на севере. Насчет объединения. Наджиб тоже отправил мне письмо с просьбой помочь армии Абдали. Теперь-то я знаю, какой ответ ему дать. Раз вы решились на такой великий шаг, то я с вами. Разговор окончен. Славно! В этом и ваше величие, мой король. Мои 10 тысяч воинов и все необходимые ресурсы отныне принадлежат вам. Таким образом, численность маратхской армии начала постепенно расти. Сбор армии для сражений оказался сам своего рода сражением. Семью даже из 4 человек трудно прокормить. А теперь представьте, что ваша семья состоит из 50 тысяч человек. Но мы были подготовлены. Наша армия в вашем распоряжении. Все обрадовались, услышав заявление короля Арадака Сингха. План правителя работает. Нас переполняло чувство всеобщей поддержки. Мы лишь ожидали ответа королей Мадха Сингха и Биджай Сингха. Форт Наджибулдаулы, Рахилабад. Мы надеемся, что вам понравятся наши слоны. Они из королевских слоновников. Маленький подарок от нас. Впечатляет, Мадха Сингх. Но они бесполезны для моих воинов. Все равно Ташаккор. Дханьяват. Дханьяват. Говорите. После нашего поражения мы боимся налогов маратхов. Скоро вашему страху придет конец. После захвата Дели Пуна — наша следующая цель. Мы готовы предоставить свою армию и ресурсы, чтобы вы преподали урок маратхам. Если они проиграют битву, то мы сможем служить вам лучше. Не волнуйтесь. Мы уничтожим этих маратхов. Тогда разрешите откланяться. Будем ждать вашего приказа. Превосходно, Наджиб. Постарайся как можно больше королей перетянуть на нашу сторону. Эти индийцы сами себе опасные враги. Ведут междоусобные войны. Воспользуйся их враждебностью друг к другу.
Я постараюсь, Шахиншах. Кто следующий король? Наваб Шуджа Уддаула. Король Чандрапура сказал, что если столкнется с нехваткой продовольствия... Наши шпионы поведали, что Абдали в настоящее время в Рахилабаде. На Дуабе. На берегу Ямуны. Тогда вместо Дели мы должны пойти на Рахилабад. Шамшар. Здесь мы, а здесь Абдали. Посреди нас Ямуна. Примерно в 200 километрах. Я сообщу генералу Говинду Панту, чтобы он приказал построить мост через Ямуну. Правитель Пхау, скажу вам кое-что. Раз собираемся сражаться на Дуабе, нам просто необходимо заручиться поддержкой Шуджи. Конечно, заручимся. Говинд Пант уже убедил его. На джипу Даула. Слышал, ваш афганский шах прибыл сюда. Наваб Сахиб. Он лично отправил меня встретиться с вами. Мы просим вас объединиться с нами в битве с маратхами. Но я не говорил, что... Дослушайте до конца. Как только мы свергнем маратхов, шах сделает вас визирем Индостана. И что же в этом удивительного? Этот титул мне уже пообещали маратхи. А какова вероятность того, что Судашив сдержит свое обещание? Мой шах даже отправил письменное обязательство. Можете сами взглянуть. Как я могу ему довериться? Вы мне доверьтесь. Шах здесь по моему приглашению. А почему я должен вам довериться? Мы с вами никогда не были союзниками. Я хочу зарыть топор войны, Наваб Сахиб. Послушайте, в этой ситуации ясно одно. В этой битве огромное преимущество будет иметь тот, чью сторону выберете вы. Только представьте, после этого вы станете визирем Дели. А вы Шахиншахом? Нет, нет. Я останусь генералом. Буду служить вам. А на трон мы посадим какую-нибудь марионетку императора. Но сама власть... будет в наших руках. Наваб Сахиб, разве скажется правильно, если один брат-мусульманин не поможет другому брату-мусульманину? Приветствую, Говинд Панджи. Милости прошу. Приветствую. Приветствую, Говинд Панджи. Приятно снова с вами увидеться. Как и мне, мой правитель. Прошу. Говинд Панджи, что здесь стряслось? Проливные дожди не позволили достроить мост. Все построенное смыло водой. Как и лодки. Я старался как мог, мой повелитель. Но природу разве победить? Пока течение не утихнет, мы не можем возобновить строительство моста. На той стороне какое-то скопление. Армия Абдали. Армия Наджиба Уддаулы тоже с ней. Кому принадлежит другой флаг?
Простите. Грянули плохие вести. Этот флаг принадлежит Шуджеу Дау. Согласившись с моим предложением, он переметнулся на сторону врага. Шуджеу Даула предал нас. С нами король Сурадж-Мал. Больше месяца ни мы, ни афганская армия не могли пересечь реку. Нам оставалось лишь наблюдать. Тот поход, который изначально показался легким, начал показывать свою мрачную сторону. Повелитель, мост нельзя построить. Ливень так и не прекратился, поэтому вода вряд ли отступит. Наши продовольственные запасы иссякают. Как долго будем ждать? Повелитель, если не возражаете, могу дать вам совет? Да, говорите. Я считаю, что мы должны вернуться обратно. Вернемся в следующем году, до начала муссонов. Тем самым позволив Абдали и дальше грабить и убивать простой люд. Так, генерал? Нет. Сейчас нам поздно отступать. Тогда что нам делать? А если мы не сможем пересечь реку, то тогда и они не смогут. Да, и? Вместо этого мы двинемся вперед. Я не понял. Каков был наш план? Победить Абдали и Наджиба в Рахилабаде, а затем поскакать в Дели. Но так как мы не можем пересечь Ямуну, у нас остается лишь один вариант. Пройти вдоль берегов Ямуны и направиться в сторону Дели и захватить его. Как только установим власть над Дели, там же мы и пересечем Ямуну и нападем на Абдали. Это очень хороший план, правитель. И вправду хороший. Но, дядя, как мы без продовольственных запасов доберемся до Дели? Сурадж-Мал, генерал Малхар Рао. На этой стороне есть те, кто сможет помочь? К сожалению, нет. Мы уже обратились ко всем королям в этой провинции. Не согласен, есть одна. Сакина Бегум. После смерти мужа она взяла на себя бразды правления. Но она ведет затворническую жизнь и держится подальше от всех альянсов. Он прав. Только прикажите, и я пойду. Но моя госпожа, она никого не хочет видеть. Женщина не откажет другой женщине. Я надеюсь. Думаю, тебе стоит пойти. Смирение и праведность являются теми ключами, которые могут отворить любой замок.
После долгих уговоров Сакина Бегум согласилась встретиться со мной. Зеница нашего ока, защитница нашего народа, распрекрасная Сакина Бегум удостоила нас своим присутствием. Пред вами супруга Его Величества, Пешвы Садашива Рао, Парвати Бай. Прошу, располагайтесь. Благодарю за прием. Что вы от меня хотите? Ничего особенного. Я лишь прошу немного продовольствия на несколько дней для своей армии, чтобы смогли отправиться в Дели. Я пришла к вам с большой надеждой на вашу помощь. Стоит мне только впустить сюда вашу армию, как захват моего трона будет не за горами. Бегум, подумайте немного. Если бы Пешва хотел захватить ваш трон, то отправил бы свою армию, а не свою королеву. Я пришла к вам, чтобы протянуть руку дружбы. Парвати Баи, я настороженно отношусь к друзьям. Зачем хотите отправиться в Дели, чтобы остановить Ахмада Шаха? Тогда это еще сложнее. Если я протяну руку помощи, Абдали уничтожит и мое королевство. Я уже потеряла своего мужа в такой же войне. Война рождается из-за мужского эго. Мало того, что сами погибают, так еще оставляют после себя плачущих вдов и сирот. Я понимаю, королева. Но, тем не менее, это не смогло меня остановить. Мы с мужем едем издалека. И сейчас держим путь в Дели. Потому что я полностью верю в его честные помыслы. Он борется за эту страну. Ваш покойный муж пожертвовал жизнью, сражаясь тоже за эту страну. Верно? Пожертвовал? Да, он пожертвовал всем. И теперь вы правите этим королевством, подобно своему мужу. Да, королева. Я знаю, что так же, как и я, вы тоже не из королевской семьи. И вы даже не дочь Наваба. Мы обе понимаем боль простых людей. Я права? Ведь именно они несут большую потерю на войне. И чтобы защитить их, нам придется объединиться. У моего покойного мужа были те же убеждения. Именно из-за них он лишился жизни. Будь он жив сегодня, и я пришла бы встретиться с ним, он тоже ответил бы мне отказом. Просто скажите, каков был бы его ответ, и я уйду. Он ответил бы: весьма похвально, Парвати Баи. Чтобы остановить этого Абдали, вы проделали такой долгий путь. Как моя совесть может позволить мне просто сидеть молча? Он бы сказал что-то вроде этого. Мешков кукурузы и риса. И 5000 воинов. Я убедила королеву Сакину объединиться с нами сполна. Ты и вправду удивительная, Парвати. Не будем терять ни минуты. Говинд Пант? Да. Ваша 10-тысячная армия задержалась при переходе Емуны? Да.
Как только вода отступит, вернитесь к армии и дождитесь моего послания. Как только вы мне понадобитесь, я отправлю вам послание. Понял, правитель. Приготовьтесь. Утащить Дели из-под носа Абдали. Ваше Величество. Хорошие вести. Маратхи отступили от берегов Ямуны. Даже следов их палаток нет. Они сбежали. Маратхи отсюда сбежали. А что им оставалось? Они не смогли пересечь берега Ямуны. Ямуна спасла их, иначе эти кафиры были бы уничтожены. Не думаю, что они отступили так легко. Наджиб. Да? Выясни, куда они исчезли. И каковы их намерения. Сколько времени это займет? 10 дней, чтобы добраться до Дели, и еще 4, чтобы его захватить. Не забывайте, что и армия Наджиба сейчас в Дели. Я захвачу для вас Дели не за 4 дня, а за день. Я видел тамошнее укрепление. Ты точно уверен? Господин, я говорю только тогда, когда я точно уверен. Господин Пхао? Да. Можно скажу кое-что? Говорите. Не доверяйте этому Ибрагиму Кхану. Почему? Потому что из-за своей алчности он может предать в любой момент. Не забывайте, что он гардия. Махараджа, не беспокойтесь об Ибрагиме. Я полностью ему доверяю. Шахиншах, наши гонцы вернулись, потратив на поиски целый день. Поклонитесь. Шахиншах. Шахиншах, они пошли к северу от реки. Это точно? Да, Шахиншах. Это без сомнений. Так теперь они хотят захватить Дели. Этот Садашив оказался намного умнее, чем я ожидал. И что теперь? Намереваемся делать. Что делает охотник, чтобы заполучить свою добычу? Ждет ее. Охотник преследует свою добычу. Шах Вали, подготовь армию. Как прикажете, Шахиншах? Но как мы пересечем реку? Мы не будем ее пересекать. Вот здесь Дели. А вот здесь мы. Именно по этой стороне Ямуны мы направимся прямиком в Дели. Будем следовать за ними как тень. И как достигнем Дели, пересечем Ямуну. Началась великая погоня. Мы ускорялись вверх вдоль южного берега Ямуны. Мы не ведали о том, что афганцы гнались за нами вдоль северного берега. Нам удалось за день до них добраться до Красного форта Дели. Взгляните. Касим, ты называешь двух всадников армией? Туман мешает, пусть рассеется. Видите? А эти откуда пришли?
Ваше Величество, скорее сюда. Артиллерия! Поднять пушки на 2 дюйма! Да, господин! Зарядись! Есть, господин! Огонь на врагов! Все 20 пушек на этой стороне повернуть на 2 дюйма влево. Ворота форта должны быть уничтожены. Они разрушили все наши нижние укрепления. Огонь! Кавалерия готова? Готова. Готова. В атаку! Судьба Дели впервые за столетия начала меняться. Было неважно, какими несметными сокровищами и казной обладал Дели. Отныне все они принадлежали Маратхе. В султанате, который неоднократно оскорблял нашего Чатрапати, Шиваджи Махараджа, на его красном форте. Сегодня мы собирались выдрузить наш план. Это большой урок для Абдали. Передайте Садашиву Пхау, что мы все сикхи в союзе с маратхами. Мой господин, Абдали еще с прошлого нашествия точит на нас зуб. Об этом не волнуйтесь. Тогда именно маратхи нам помогли. И теперь настал и наш черед. Отплатить им за помощь. Чтобы изгнать Абдали из земель Индостана, мы должны помочь маратхам любой ценой. Что мы и сделаем. Chamke sitare dekho hamare shatru to sare hare jay ho hum wo sipahi jo hai sada hi roop shiva ka dhare jay ho hey aaj andhere chhate hain kam hue hain ghate hain कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं गाती ये धरती है गाता ये अंबर है गाती है सारी हवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा मराठी
सारी दीवारें भी सारी तलवारें भी तुमने दुश्मन की अब तोड़ दी है। आई थी आंधियां जिस दिशा से यहाँ उस दिशा मोड़ दी है। पार उतरना ही था ये तो करना ही था ये तो होना ही था सुन ले भाऊ उनको जाना ही था हमको आना ही था ये तो होना था भाऊ। हाँ देश भी आज अपना है देश पे राज अपना है अपना ही तो सिंहासन है और जो है ताज अपना है। हिम्मत की अग्नि में लोहा पिघलता है विश्वास हमको हुआ तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा। После окончания празднования у всех в голове вертелся лишь один вопрос. Кто станет новым императором Индии? Моим, впрочем, как и других, фаворитом был Пхау. Императрица Индии. Что ты делаешь? Как я выгляжу с короной императрицы Индии? Красиво. Выглядишь красиво. Все в порядке? В чем дело? Император Индии. Парвати, не называй меня так. Почему? Разве ты не займешь трон? Нет. Нельзя себя короновать. Это должен сделать народ. Я создан для войны, а не для политики. Но разве политика не война? Политики ударяют кинжалом в спину. На войне такого нет. Тогда кому же перейдет трон? Вишвасу. Он командующий армией. Так и быть. Хоть один Пешва воссядет на трон моголов. Знаешь, впервые за столетие династия моголов будет свергнута. Никто из нас не сядет на этот трон. В смысле? В том смысле, что будем держать его под контролем маратхов.
но ни одного из нас не назначим императором. Мы защитники. Мы должны контролировать ситуацию. Да, мы будем править. Но никто не сядет на трон. Но, Ваше Величество, мы не можем держать его пустым. Императором мы назначим Шаха Джахана Третьего. Мой повелитель, скорее сюда. Кажется, афганская армия добралась до берегов Ямуны. Я хочу пересечь Ямуну. На той стороне Ямуны должен быть ближайший форт, который захватил Абдали. Есть Куншпура, к северу от Дели. Это один из главных фортов Абдали. Наджиб? Да. Ты не смог его защитить? Я сам в изумлении, Шахиншах. Я ведь оставил там лучшего своего генерала. Твой этот генерал оказался недостаточно хорош, Наджиб. Мне нужно было добраться сюда раньше. Этот Садашив доказывает, насколько он опасен. Приготовьтесь. Прежде чем Абдали пересечет Ямуну, мы должны захватить Куншпуру. Мы захватили Куншпурский форт так же легко, как захватили когда-то Красный форт. Казалось, что все наши трудности исчезли сами собой. Но в душе мы знали, что пробудили демона. Наджи, повелитель! Я проигрываю одну войну за другой. Сперва Дели, а теперь Куншпура. А все из-за твоего неправильного совета. Повелитель, я дам еще один совет. Не нужен мне твой совет. Простите. Простите меня, повелитель. Умоляю вас. Я застрял здесь. Этот Садашив вторгся на мою территорию. Теперь он направится в Пенджаб и сделает сикхов своими союзниками. Что мне делать? Что мне делать? Мы должны остановить его. Я хочу пересечь Ямуну. Сейчас это не целесообразно, Шахиншах. Мне не нужен твой совет! Я хочу пересечь Ямуну. Сейчас же, немедленно. Я хочу пересечь Ямуну. Далее пересек реку. Идет за нами по пятам. Он всего в 100 километрах. Тогда мы не успеем добраться до сикхов. А что, если удвоить свой темп и не останавливаться даже ночью? Это было бы возможно, если кроме армии никого бы не было. Но с нами паломники, простой народ, поэтому это невозможно. Панипатский форт здесь неподалеку. Можем поскакать туда. Настал момент, которого мы все ждали. Обнажите свои мечи.
Встретим там, войско Абдали. Панипати. Услышав слово «Панипат», меня охватил дикий страх. Мне показалось, что теперь война точно неизбежна. Форт Панипата. Он слишком маленький. Не сможет вместить нас всех. Нужно будет разбить лагерь рядом с фортом. Поскакали. Мехендал, нам нужно сию же минуту вырыть окопы. Да. Хорошо. Итак, началась игра в ожидании. Но мы уже успели столкнуться с трудностями. Наша еда и ресурсы почти иссякли. Правитель, прошло 3 дня, солдаты ничего не ели. Кроме тростникового сахара ничего не осталось. Наши союзники сикхи не могли отправить ни своих солдат, ни какие-либо продовольствия. Не знаю, что делать. Как мы поможем Садашиву Пхау? Что я могу сказать, господин Пхау? Мы застряли на том берегу Ямуны. Поэтому задержались так долго. Нет, король Арадексинг. Вы пришли как раз вовремя. Мы признательны вам. Сколько солдат привели? 5000. Объединение короля Арадек и Сингха с нами принесло нам большое облегчение. Но наше счастье продлилось недолго. Ныне нас больше не разделяет река. Пешва Садашив Рао Пхау. Абдали. Отныне нас разделяет лишь поле боя Панипата. После нескольких месяцев игр в прятки и перерисовки маршрутов на картах, маратхи и афганцы наконец столкнулись лицом к лицу на земле Панипата. Удивительным фактом было то, что мы оба перегородили друг другу путь. За нами был Кандагар, а за ними была Пуна. Шахиншах. Все будет подготовлено сегодня, до захода солнца. Принц Тимур Шах Абдали прибыл сюда со своей армией. Тимур, ты приехал раньше, чем я ожидал. Я выехал из Пенджаба сразу, как получил ваше послание. Но отец... Я принес плохие вести. Какие? Говори скорее. Вести из Кандагара. Дядя Сарфараз сплел заговор, чтобы занять трон. В наших краях грядет великое восстание. Сарфараз! Сарфараз! Я должен вернуться. Я должен вернуться в Кандагар. Немедленно. В Кандагар? Как вы можете вернуться? Чтобы победить Индостан. Я не собираюсь ставить на карту Афганистан. Я понимаю, Шахиншах.
Но вопрос в том, как вы пройдете. Маратхи перегородили вам путь через форт Шахиншах. Вот, смотрите. Смотрите, повелитель. Если я застряну в этой битве, то лишусь Кандагара. Хорошо. Если не могу пробиться, значит, отправлю послание о заключении перемирия. А это? Вот это все мы проделали ради заключения перемирия! Наджиб! Я хочу перемирия с Адашивом. Устрой мне это. Да, повелитель. Император Афганистана, король королей Ахмад Шах Абдали. Его высочество пешва Садаши Фраубхау. Мне поведали, что вы хотите перемирия. Солидарен с вами, ибо войны всегда опустошают империи. Вы проделали столь долгий путь, чтобы понять это? Чтобы остановить врага, пришлось проехать тысячи километров. Я тоже проделал долгий путь. Да, проделали. Но чтобы ограбить. А мы проделали, чтобы защитить. У меня нет времени на споры с тобой. Я не хочу войны. Если ты не хочешь ее, то тебе придется принять мои условия. И какие же? Я вместе с войском вернусь в Кандагар. Если вы, Маратхи, останетесь на юге реки Нармада, при этом передав мне Дели. Нет. Вы останетесь на севере оттока, откуда, собственно, и пришли. И больше не ступите на эти земли. Я дам тебе еще один шанс. Все северные земли Дели мои, а южные твои. Вы останетесь на севере оттока. И больше не ступите на земли Индии. Я приму только такие условия. Все северные земли, где я стою, мои, а остальные твои. Нет. Отвечай обдуманно, сынок. Иначе весь мой поход окажется напрасным. И мой весь поход окажется напрасным, если захватчик-самозванец останется на земле Индостана. Та земля, на которой вы сейчас стоите, принадлежит Маратской империи. Ради малюсенького клочка земли ты готов расстаться с жизнью? Я готов умереть даже ради одной песчинки с этой земли. Хорошо. Тогда здесь все и порешим. Давайте, не медлите. Император, ваше величество, этот шатер развернули ради перемирия. Для войны в вашем распоряжении все поле боя Панипата. Отныне сперва Индия. А уж потом Афганистан. Верно сказали. Индия всегда будет идти первой. Поступили вести, что маратхи готовятся к завтрашней битве.
Их армия насчитывает 150 тысяч воинов, а наша всего 75. Если хотим победить, нам нужно создать квадратное формирование. И вот так продвинуться вперед. Наша главная цель — пробить фронтальную стену афганской армии. Да! Ибрагим со своими пушками расположится впереди. Ему понадобятся боевые слоны. За ним встанут стрелки. За стрелками кавалерия. А солдаты займут позиции позади всех. У нас одна цель. Сломить сопротивление афганского гарнизона и уничтожить его изнутри. Да, правитель! Слева от меня Тимур, Наджиб, Сулейман. И войско господина Наваба займут свои позиции. Слева от меня встанут Шамшер, Витал Винчуркар и Дамаджи Гайкват. А справа Шах Валик Хан и Вахаб Хан, Шахиншах. Справа от меня встанут Джан Коджи и войско генерала Малхара Рао. Как и всегда, я буду контролировать битву позади всех. Один полк всегда будет рядом со мной. А за ними встанут Нана Пурандара, Яшвант Павар и Антаджи Манкешвар. Арадак Сингх, ваше 5000-е войско пусть будет готово к моим приказам. Да, правитель. А я буду посередине вместе со своей хазуратской кавалерией. Все женщины, паломники и мирные жители останутся на этом холме, где с ними останется небольшой полк для их защиты. Подготовьте своих солдат. Есть! Генерал Малхар Рао. Если мы проиграем, обязанность доставить всех женщин в безопасное место возляжет на вас. Дядя, вы всем сказали об их позиции, но где встану я? Я никуда не пойду. Ты возвращаешься назад, Вишвас, обходным маршрутом. Никто тебя не увидит. Нет. Я буду сражаться с вами. Не будешь, я отвечаю за тебя. Никто за меня не отвечает. В Пуне мама защищала меня. А здесь дядя Шамшер и вы. Когда я получу шанс защитить свою родину-мать? Мы защищаем тебя лишь потому, что ты пешва. Верно сказали. Но если продолжите так защищать меня, как я стану пешвой? Я командующий этой армией, и я буду сражаться. Хорошо. Ты встанешь между мной и Шамшером на слоне, рядом с моим слоном. Но у меня есть условия. Ты ни за что не слезешь со своего слона. 14 января 1761 года. Прости меня, правитель. Но сегодня я могу предложить тебе только это. Сладкую воду. А ты пила? Если со мной что-то случится, пообещай мне, что не совершишь сати. Парвати, пообещай.
что не совершишь, Сати. Оглянитесь вокруг. Вот оно, лицо нашей индийской армии. В ней есть индусы. Мусульмане. Люди из разных каст. Фермеры. Ради защиты своей родины вы все сегодня объединились в единое целое. Вы сражаетесь ради матери Индии. Ради своих домов, ради своих семей. Но в первую очередь... Вы сражаетесь ради своих однополчан, которые прошли с вами в этом походе тысячи километров, чтобы сразиться плечом к плечу. А все ради чего? Ради того, чтобы остановить этого захватчика-самозванца. Да, правитель! Да, правитель! Вступив на поле битвы, дайте ему отпор, собрав в кулак всю храбрость, чтобы этот Абдали узнал, что на этой славной земле еще не перевелись храбрые воины. Да, правитель! Да, правитель! А что касается нашего голода, мы утолим его кровью нашего врага! Харе-харе! Махадев! Харе-харе! Махадев! Харе-харе! Махадев! Пойдемте. Его высочество Пешва Вишвасрао, приказывай. Начать формирование каре! Воины! Вперед! Вперед! Ответьте им. Он умный. Использует тактику формирования каре. А мы используем тактику полумесяца. Приступайте! Тактика полумесяца! Тактика полумесяца! Тактика полумесяца!
воины на слонах! Вперед! Приказывайте, командир! Огонь! Войны на слонах! Вперед! Их пушки движутся вперед. Командир, нацелить на них пушки. Артиллеристы, зарядить пушки. Уничтожить врага. Стоять! Стоять! Огонь! Пушки Ибрагима Гарди движутся вперед. Мы не можем прицелиться. Вахаб, сделайте вот так. Погрузите наши пушки зембурек на верблюдов. И уж затем цельтесь. Да, правитель. Грузить на верблюдов пушки зембурек. Гоните верблюдов на новое место! Быстрее! Противостоять их передвижным пушкам становится трудно. Скачи к Ибрагиму и передай, пусть найдет их палатки с боеприпасами и уничтожит их. Быстрее! Да, господин! Зарядись! Господин! Приказ его высочества — найти палатки с боеприпасами врага и уничтожить их! Артиллеристы, повернуть все пушки на 3 дюйма влево и на 2 дюйма вверх! Только и вор! Огонь! Повернуть все пушки на 2 дюйма вправо! Командир, у нас закончились боеприпасы. Дайте флаг. Гонец! Скачи к Ибрагиму и скажи, пусть бросают слонов и пушки и сами выдвигаются вперед.
Пусть подготовятся и выдвигаются вперед. Да, правитель. Выдвиньте стрелков вперед. Да, господин. Приготовиться к столкновению! Приготовиться к атаке! Хузуратская кавалерия! Вперед! В атаку! Кажется, будто даже мой бог с ними. Наши солдаты бросают свое оружие и избегают. Тимур, Васи, разделитесь на два полка. Покажите этим дезертирам страх перед смертью и верните их назад. Да, господин. Come on.
Никто не покинет поле битвы. Я выслежу каждого и прикончу лично. Вернуться в бой. Отправь их всех прямо в сердце битвы. Вахап, направь прицел винтовки на принца Пешву. Хорошо, Шахиншах. Вишвас, я же велел тебе. Вишвас, Вишвас, Гузурат! Дядя! Ты будешь жить. Стрела ранила плечо. Это не смертельно. На кой ты слез со слона? Чтобы спасти дядю Шамшира. Получив стрелу в плечо, ты стал настоящим воином. Гузурат! Нет, 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 нет. Вишвас, 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 Вишвас. Прости меня, Вишвас.
Всего этого. Предатель! Арадок Синджи! Арадок Синджи! Вам нужно отправить воинов в эту сторону. Арадокпурская армия! Приказываю отступить! Всей Арадокской армии отступить! Всей Арадокской армии отступить! Наша армия в вашем распоряжении.
Так мы отправим армию? Нет. Мы уже заплатили налог. Зачем же нам еще и отправлять армию? Мы должны преподать урок этому Садаши Вубхау. Какие вести принес? Маратхи собираются добраться до берегов Ямуны. Ямуны? Да. Они намереваются захватить Дуаб. Мы застряли на том берегу Ямуны. Поэтому так задержались. Арадаксинг, ваше 5000-е войско пусть будет готово к приказу. Да, правитель. Я доверял вам. Но вы тоже нас предали. Вы самый большой предатель. Войны! Окружить его! Генерал Малхар Рао, я сижу здесь в неведении. У них все хорошо. Госпожа, все, что я знаю, так это то, что это место сейчас для вас небезопасно. Как господин Пхау? Господин взял с меня слово, и я здесь, чтобы выполнить свое обещание. Какое обещание? Доставить всех вас в безопасное место. У нас очень мало времени. Здесь небезопасно находиться. Уходим! Oh!
Садашиев! Госпожа Парвати, уходим, нам надо идти. Скорее! Госпожа Парвати, вставайте! Вставайте, госпожа Парвати! Госпожа Парвати, уходим! Каждая капля крови, упавшая на эту землю, прокричала. Индия никогда не будет твоей. Я готов умереть, даже ради одной песчинки с этой земли. Вот чему мои глаза стали свидетелями. Я так и не смогла оправиться от этой потери. Без моего правителя этот мир больше ничего не значил для меня. Простите меня! По моей вине мы оба лишились своих родных. Прошу, простите меня. Мере живан, тум хи хо, ар тум хи рахоге. Ту хе мере лие, ар муже. Мое прошлое, мое настоящее и все мое будущее. Мой правитель. Уважаемый Пешва Нанасахиб, я вышел победителем в битве при Панипате. Но все же возвращаюсь в Кандагар с тяжелым сердцем. Лицо Садашива Рау не покидает мой разум. Он в одиночку храбро противостоял тысячам воинов,
Мне было очень трудно принять этот факт. Но все же мне пришлось смириться. Это была самая большая битва в моей жизни. Я сражался с самыми храбрыми воинами, такими как Маратхи. Мне не сосчитать, в скольких таких битвах я участвовал. Но клянусь Всевышним, такого доблестного воина, как Садашиф, увидел впервые. Я стократно отдаю честь храбрости, силе и доблести маратхов. Дай Бог, чтобы вы продолжили править своими землями. Прощайте. Садашиф. История гласит, что Абдали вышел победителем. Но будущее было за маратхами. Отмщение пришло от Сардара Махаджи Шинде. И в течение следующих 10 лет он вновь восстановил власть Маратхской империи. А Нана Фарнамис для поддержания верховной власти Пешвы продолжил всячески помогать ему. Как когда-то это делал Пешва Садаши Фрао. Фильм переведен и озвучен по специальному заказу Маргариты Фроловой для группы ВК «Хани и Хасина». Перевод на русский язык «Хани и Хасина». Юг-юг ки занжиро ко хамне хи ката ре. Бол утха е джаг сара джай мард маратха ре. Абдали никогда не вернулся в Индию. После третьей битвы при Панипате под руководством Пешва Мадхава Рао, Сардар Махаджи Шинде и Тукаджи Халкар вновь захватили Дели. Падишах великих моголов Шах Алам, который был в плену британцев, был освобожден и возвращен с честью на трон Дели. Таким образом, маратхи вновь восстановили свой контроль над всей Индией. फल पाया दूर तक अब है फैली अपनी ही छाया ओ, जीवन जो रणभूमि में करता है तांडव आज सीने है विजय का नगाड़ा बजाया अपनी है जो गाथा अब है समय सुनाता सबको है ये बताता कैसे सुख हमने बांटा रे युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे के सिपाही अलबेल राही क्या जानते